Видео подготовлено онлайн-гдз.нет. Задание номер 731. Сумма двух чисел равна 7. Если одно число увеличить в 2 раза, а другое оставить без изменения, то в сумме эти числа дадут 8. Найдите исходные числа. Пускай первое число у нас равно x. Пусть x – это первое число. Из условия, что сумма двух чисел равна 7, мы можем сделать вывод, что второе число мы можем выразить как 7 минус x. Это второе число. Теперь мы видим, что если одно число увеличить в 2 раза, а другое оставить без изменения, то в сумме эти числа дадут 8. То есть 2х плюс 7 минус х равно 8. 2х плюс 7 минус х равно 8. 2х минус х – это х. 7 переносим сюда, меняем знак, получаем 8 минус 7 равно 1. X равно 1. Это первое число. А второе число 7 минус 1 – это 6. Ответ – это пара чисел 1 и 6. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А если у вас есть вопросы, подписывайтесь на наш канал и социальные сети. Ссылки в описании.